В прошлом видео я вам рассказала о том, как лечить артрит методами натуропатии. В этом видео давайте сузим нашу тему до одного вопроса. Как помочь себе при болях в суставах в домашних условиях? Что нужно всегда иметь в своей аптечке? Будете ли вы снимать боль какими-то медикаментозными средствами или нет, это ваше дело, но я как доктор натуропатии должна вам посоветовать альтернативные варианты и средства избавления от суставных болей. Это те средства, которые не дают побочных эффектов, которые являются исключительно природными, натуральными, которые не только уменьшают боль, но и способствуют излечению от этого тяжелого заболевания. Итак, еще раз, в этом видео я не говорю о комплексном подходе к лечению артрита методами натуропатии, об этом я говорила в прошлом видео. Посмотрите его по ссылочке вверху экрана. Сейчас я буду говорить только о том, что необходимо иметь в домашней аптечке, чтобы помочь себе не испытывать сильную боль. Итак, достаточно иметь всего лишь два средства. Первое, я упоминала о нем в своем прошлом видео, это смесь эфирных масел, которая называется Deep Blue. Это эфирное масло производства компании doTERRA, и это чистое терапевтическое масло, которое используется именно для обезболивания, в частности для купирования суставных болей. О составе этой смеси вы можете подробнее прочитать внизу в описании к этому видео. Когда возникает сильная боль, достаточно взять одну каплю этой смеси, развести ее в 5 каплях оливкового масла и смазать болезненный участок. И это средство можно применять каждые 2 часа. Мы разводим эту смесь с той целью, чтобы не было раздражения на коже, потому что она очень концентрирована. Именно поэтому мы разводим ее базовым маслом, оливковым или каким-то другим. Но оливковое предпочтительнее. Можно разводить базовым фракционированным кокосовым маслом, но не у всех оно есть. А вот растительное масло, как правило, всегда есть у вас на кухне. Итак, это первое средство. Смесь эфирных масел Deep Blue. Второе средство – это мазь из пчелиного подмора. В данном случае у меня в руках мазь, которую мы изготавливаем с мужем в домашних условиях из наших пчелопродуктов, то есть из нашего пчелиного подмора, поскольку у нас есть своя пасека, и мы активно изучаем все методы и средства оздоровления при помощи пчелопродуктов, то как раз вот эту тему изготовления мази из подмора я решила внедрить в практику лечения суставов, потому что мы имеем положительный практический опыт. В частности, мой супруг уже много лет испытывает боли в коленных суставах, в локтевых, в фалангах пальцев. И сейчас, используя вот эту эфирную смесь Deep Blue и мазь из подмора, он очень быстро избавляется от болей. И использование этих двух средств – это не просто купирование боли, но это еще и снятие воспалений, снятие отеков, вывод токсинов, улучшение кровообращения. Это как раз то, что нам нужно для улучшения общего самочувствия в плане суставов. И будет вообще отлично, если вы будете использовать эти два средства вместе, то есть в небольшое количество мази добавлять капельку эфирной смеси Deep Blue, смешивать это с базовым растительным маслом или каким-то другим жиром, наносить на проблемную зону, накладывать холщовую, льняную или хлопчатобумажную ткань
укутывать это полотенцем или тканью и оставлять на непродолжительное время на больном участке. И вот такие процедуры можно проводить два раза в день в течение 2-3 недель прямо курсом. И вот именно такое курсовое лечение дает хороший эффект и длительную ремиссию. И то, и другое средство есть в продаже у нас в интернет-магазине «Здоровье Светки». Перейти в него можно по ссылочке внизу под видео. Практика доказала, что и то, и другое средство, а еще лучше в комплексе, эффективно и быстро помогают избавиться от суставных болей.